Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Рехнулся? Не входи туда. Да брось, он скован, что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Еще бросай. Че? Кости не прокатились. Так я мухлюю? Ах ты сука! Гляди, снова проснулся. Убийца-чудовищ, мать твою, обычный выродок! А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это... А говорят, в полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются. Вот и земки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. Ты не умер? Меня так просто не убьешь. Полагаю, нас не представили. Вернон Роше. Боюсь, не могу пожать тебе руки. И как я не подумал? Янка! Сними с него кандалы. Геральт из Ривии. Может, представишь нас? Нет нужды. Принеси нам выпить. Не сидеть же с пересохшей глоткой. Ты расскажешь мне все, что помнишь, о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За темерию. Почетно. С чего мне начинать? Ой, это был долгий день. Начни с самого важного. Для начала скажу, что в бой идти мне совершенно не хотелось. А что поделать? Отказать Фольтесту было невозможно.